Сегодня уже 30 дней, как с нами нет Роберта. В нашей неделе главе, пару недель тому назад было написано, Моше Рабейну пришел к Богу и говорит, «Боже, пришло мое время покинуть этот мир, но пожалей мою маму!» Мудрецы говорят, что его мама похоронила твоих детей. Она похоронила Аарона, она похоронила Мирьям. И Бог пришел к Моше и говорит Богу, «Хай меня не жалеешь, мое время пришло, но хоть маму пожалей!» Так говорит Мидраш, уважаемые друзья. Сегодня день, когда мы все собрались, чтобы дать почесть Ребихаю. В течение всего этого месяца я находился очень близко к семье. Мы проводили все 7 дней, мы проводили все субботы вместе. Особенно последнюю субботу мы сидели вместе, чтобы почтить память ему. Было очень много сказано, хорошего, очень-очень много. Конечно, тетя Роза никак не может смириться, но, конечно, эти силы ей нельзя терять. Потому что у нее есть еще и будущее поколение, которое она должна продолжать. Безат Ашем, сегодня с нами есть очень много гостей, которые приехали к нам с очень многих местов. Один из них среди нас находится уважаемый раввин,